Здорово, щеглы! Это баба Филипп. Да. Сегодня мы будем орхонтами, которые встретились в смертельном бою. Колдовской махич будет, короче, ребятки. Что да. Расслабились, колдовство. Без клинков. Колдовство без клинков. Прямо здесь и сейчас, друзья, на канале 2 в кубе. В гостях у меня Филипп и Денис. И Денис с канала «Твой игровой». Сейчас будем рубиться в прекрасное второе издание Viz War от FFG. Начинаем прямо сейчас. Мы играем практически в настольный квейк, нормальный квейк здорового человека. У нас будет противостояние вот этих четырех магов, которые тусят в магическом лабиринте. Для победы нужно набрать 2 очка. Очко дается за фраг, то есть убийство вражеского мага, либо за то, чтобы принести и положить к себе на базу вражеское сокровище. Пока оно там лежит, есть очко, то есть его можно утащить, очка не будет. Без очка жить очень грустно, поэтому все маги хотят 2. А у нас одно очко на всех. У нас пока ни одного ни у кого. Черт. Ходим по очереди. Вход каждого игрока 3 фазы. Первая фаза времени, в которой меняются эффекты заклинаний, уменьшается энергия, устраняется оглушение. После этого мы можем подвигаться до 3 шагов по умолчанию, плюс энергия на дополнительные шаги. Провести одну атаку, но не в первом раунде. В первом раунде никто не дерется. И сколдовать, использовать магические карты. И, наконец, сбрасываем любое количество карт из руки. Набираем до 2. Предел руки у нас 7 карт. Все. Все правила. Начинаем играть с кого? Поехали. С меня? Да, давай. Начнем, да. Ну, если кому интересно, то Рубилова это идет за звание главного мага. Да, за звание то архимага. Не просто так мы такие, а это именно вот такой ежегодный фестиваль. Да нет, ты что, какой ежегодный? Мне кажется, они набирают прям в какой-то момент. Раз в 100 лет. Какое-нибудь эпическое противостояние. Деды такие там, да, знаешь. Дедовые валы. Да, да, да. Причем... Турнир идет насмерть, ребята. Кто, да. Кто не выживает, тот звание не выживает. Звание архимага, оно просто короче, так не достается. Гарри Поттер, битва четырех волшеб. Да. Турнир вот этот. Какая-то очень похожая фигня. В общем, я хожу. Погнали. Я пошел 1, 2, 3. Ко мне в гости? Вот сюда, к тебе в гости. Здорово. Здорово, сосед. Че, как там твои сундуки покрывают? Повернулся направо. Да нормально, сундуки тут, понимаешь? Сейчас пойду проверю. Проверяй, сколько хочешь. Тут вырос терновый куст. Хорош. Расскажи про него. Шипы. Да, я создал терновый куст на линии видимости. Он блокирует линию видимости. С одного урона уничтожается. Маг или существо, которое войдет на клетку с терновым кустом, немедленно завершает свое перемещение, получает 1 физический дамаг и оглушается на 1 ход. Ну, на этом, пожалуй, что и все. Пока больше ничего он не... Он собрался. Я тебя через дверь могу ударить на 1? Для тебя дверь считается всегда открытой, и думаю, что да, но да. В первом ходу бить все ну равно да. Нельзя. Я могу через тебя вот так проходить. Да, можешь пробежать. Раз, два, три, вот так, типа, да? Да, можешь. Но он логово. Будет дверь вот эту мою ломать. Не слышь, знаю. Что-то много разговаривает, может, пойдем ему вместе втащим. Синему? Ну тебе далековато. А что, можно кооперироваться? Конечно, но фраг дается тому, кто добил. Потом... Несправедливо. Короче, это может быть такая фигня, что и типа да. давай, бей его, да, а потом да, и да. тебя добивают. Да. А-а-а. Именно так. Игра не кооперативная, не круто. Это вам не адреналин. Ладно. А чего, у нас свободный канал, как да. мы можем все ну, говорить. Ну, адреналин мне не понравился в этом плане. Вот здесь прям драйв такой. У адреналина ну, какая-то, вот у него динамики особо нет. Да вы еще в это не сыграли. Но нам же уже заплатили. Кто? ФФГ? ФФГ. Блин, опять вот моя игра и заплатили им. Ну что за хрень? Блин, я пока не знаю, что против тебя применять. Беги. Бяги. Просто беги, да. Просто бяжи, да. И скидывай ненужные карты. Блин, я забыл добрать 2. Ну, набери. Набери, я еще не начал ходить. Сейчас, да, я подумаю, что скинуть.
Я возьму одну, пока мне все нравится. Какой-то шар несет он в руках. Арбуз. Арбуз, конечно, да. Я маг арбузонос. А почему одну? Мог бы две взять. А предел руки 7, не 5, да. А вот еще вот такие звуки. Ага. Ну, да. Все, кстати, теперь 6, 7. Особенность игры, что карты, которые вы играете перед собой, они считаются как предел руки. Также карты и предметы входят в предел руки, поэтому что-то нужно будет... Короче, туман. Too much. Глобальное заклинание, потом, ну... Где угодно, да. Да, вот это чуком сказать, что в любом месте на карте... Угу. И... Целое поле заполняется тонким туманом. Да. Пока действует это заклинание, маги и создания не могут, короче, прокладывать видимость через фазы дальше. Чем на одну клетку. Дальше, то есть мы не видим ничего дальше, туман. Да. Туман на всем везде. Поле туман. На всем поле. Да. А, ну да. Отменить или диспельнуть, каждый из нас может его прямо сейчас или в любой другой момент. То есть я выкладываю. Если есть карта. Ну, если есть такая. Я выкладываю и усиляю его на пятерочку. 5 ходов тумана. 6 ходов будет тумана, да. 6 по умолчанию, 1, точно. Вот это я навонял. Нифига. Затуманил немножко видимость вам. Ребятушки. Ничего себе, ты дед даешь. Ну, есть немножко. То есть мы видим только на соседней клетке сейчас. 6 раундов тумана. Бро, это ты не арбуз, а капуста. Раз, два, три. Не, это я с арбузом, а он с книжкой. Усё, я побёхло. Побёхло, да. Бёхи. Так, я должен сейчас набрать две карты. Сейчас он там схватит, да. Ладно, я спидстоун. Сыграю спидстоун, который мне дает плюс один. Мув. Камень спида. Но, камень скорости. Спидозный. Но любая магическая, любая огненная атака ломает его. Ломает. Все, не только его, а все камни, все которые камни. У тебя будут. То есть я могу нацепить много таких камней. Ну, много разных, в том числе. Наверное, как-то я... Не-не, это вот, типа, это у тебя это что? Это теперь у меня раз, два, нет. Это тоже считается нет, предел. Нет, это он, это просто предмет. А зачем он вот так? Ну, затем. Так, ты можешь его бросить, например, он будет валяться да, на земле. Да, он будет на земле валяться. Ты его можешь уронить куда-то, бросить. Потом, например, подобрать. Просто есть такие заклинания, которые заставляют тебя бросить предмет. Да. Потом пойду на раз, два, три. Что там шаришься по лабиринтам? Я могу еще? Да, можешь сыграть. У тебя же спидстоун на 4. У тебя, да. Мне не надо. Ну хорошо, да. На 4 потом я бы пошел. Можно прерывать действие. Да. Короче, правило. Действие, движение, да. Движение прерывать можно. И я бабахаю розовый бутон, розовый куст. Такая вот вонючка. Ну, пахучка. Что делает? Что он делает? Он линию видимости прерывает. Прерывает. И как бы, ну, чтобы ты не можешь через него ходить. Вот, значит, ты должен один крэк, то есть один урон нанести, да? Либо нет, кулаком. Крэк это 3 урона. А, 3 урона, да, вот у нас крэк, извиняюсь. Разлом, да. 3 урона, значит, или один fire damage. Ага. Кто заходит на этот розовый куст, получает 3 физического урона. Но ого. Это заклинание не является атакой. Угу. Нет, ни один хот-денчик. Он будет лежать, постоянно. Пока его никто его не надо поддерживать. Он бесконечно, вот такой же, бесконечно. Да, лежит, да, как да. Вот это все. Пока игрок его не отменит. Поддержим это вот такой, значит. Да. Все, мы выбрали заклинание школы призыва, поэтому, кстати, это вот те самые заклинания, которые обычно оставляют много мусора на поле. Что в игре 6 школ магии. Точнее, 6 школ магии на выбор, плюс белое и черное колдовство. Мы играем с белым колдовством, и 3 школы, которые мы выбрали. Это стихии, алхимия, да, и ладно. Превращение. Там столько призыв. Карт. Призыв. Ладно, я еще могу сыграть карту? Можешь. Да. Ага. И у меня Виндрайдер. Наездница на ветре. На ветре. Короче, я это могу... Это эти джедаи! Надо выпустить дроид ехал! Владыка! Короче, у меня где-то образуется... Ветра у тебя где-то реактивная образуется. Реактивная тяга, да. Не знаю, где-то сзади. И я, короче, двигаюсь по прямой линии, но сокровище, не кстати, не входит в руку волшебника, прикольно. Вот, это не сокровище? Ну... Сокровище — это сундуки. Сундуки не входят в отдел руки. Так, ну и чё? Ребят, я двигаюсь прямо...
вот так вот по линии видимости до любой стены или двери, я вот сюда подхожу. Это не стена и не дверь. Еще раз. As far as you like. As far as you like. А, да. Так, долго. Ignoring any objects, но она типа летит. То все есть... на меня метят. Вот сюда. Это что? Опять заговор против это Фила? Это мгновенное было. Ну, антифилизм. Ну и операция антифиллер. Я тебе больше скажу. Я тоже собирался туда идти. Через портал. Да. Давайте взвесимся у Фила на кассе. Ну и все, пока я все и... Приходить. До 7, да? Вот, но раз пошел уже... Я почему-то думал, что он пойдет ко мне. Вот, но раз он пошел тоже к тебе... Давай к нему. Я пойду к нему. Слышите? А че нет? А че да? Давай ходи. Два сундука. Сейчас получишь. У меня все просто, поэтому я делаю раз, два, три и добро две. Все, это весь твой ход? Это весь мой ход. О, слабенько, слабенько, конечно. Фу, подожди. Ну, я, в общем, кастую Might Stone. Это такая... это кулак с ручкой. То есть, серьезно, это кулак с ручкой магический. Жоп ты с ручкой. Бэх по щам Филу прописывает. Сейчас даже урону сколько? Кулак. Ну да, маги, они же слабые, так-то физически. А я не вижу этот предмет, ну ладно. А вот он, так, кастанул себе кулак с ручкой. Пока я несу этот предмет, я кулаком ударяю на дополнительный урон по результату броска кубика. Воу. Один, то есть, точно есть. Один плюс... точно есть, плюс еще два. То есть на троечку. На троечку. На троечку! Щит! Защищаю! Ни хрена себе! Мгновенное заклинание. Уменьшите урон, который вам нанесли. Один сурс, то есть сингл сурс. Да. Его энергия плюс два. Энергия этого спила плюс два. Вот отменил, как раз щитом прикрылась старушка. Отменил, прикрылась, да. Бабуля Мархимаг прикрылась. Ладно, бабуль, ничего, как бы, разойдемся. Сейчас я тебе покажу, как ничего мы разойдемся. А для защиты себе создаю гомункула. Гомункула он гомункул. Создал. Гомункула. Извращенец. Создаю, да. И пока заклинание это действует, гомункула с... Беги, глупец! Потому что энергии у меня нет. Защищает меня от первой атаки настолько, сколько... Ну, то есть у него одно здоровье. Mm-hmm. Он перехватывает весь дамаг от атаки, игнорируя все другие эффекты. Я ж его просто с кулака сейчас ушатаю, вот этого бота твоего. А тебя еще добежать до меня надо, я на три пойду, да, бабуля. Хо, догоним. Нас не догонят. Не забывайте про энергию. Я, да, пошел на раз, к ходам два, может три. Добавляться. Да. И здесь остановился. Ходи. Карты добираю. Вот сундуком мы иметь. Раз, два, три, четыре, пять, так, мы шесть, сбрасываем семь. Одну вот эту. Погоди. Я не буду ничего сейчас сбрасывать. Мне все. Вы же не забывайте, что у нас видимость на один вокруг у всех. Да. Видимость... Да, да, кидать, да, всякие заклинухи не вариант. Дальнобойные не вариант. Не вариант. Знаешь, что мы сделаем сейчас? Нет. Давай. Ты сейчас узнаешь. Давай, баб Фил. Раз, два. О, земляную стену, ты меня, короче. Не видишь. Вот, а, так ура. Вот и сиди там. Ну эй, дядь! Сиди там! Дядь! Знаешь, че? Откройте, кричит! А я ее не вижу, на самом деле, мне насрать. Я обратно пойду такой. Ты услышал, как там земля зашевелилась? О, блин, замуровали демоны. Это, наверное, у бабки в желудке урчит, думаю. Я такой, типа, через туман иду дальше по лабиринту. Ну, я ж могу вот так, да, вернуться. Три. Да, три. И мы сыграем, короче, Lifestone. Камень жизни. Пока вы несете этот предмет, вы получаете одну жизнь в начале каждого своего хода, но у вас никогда не может быть больше 20 жизней. Когда я получу любой огненный урон, все мои магические камни будут уничтожены. Знаете, что я придумал? Можно брать свои сундуки и перепрятать нахрен подальше. Можно брать свой. На самом деле, можно было со старта взять свой сундук и с ним просто бежать. Ходи. Так, пока эти стариканы там что-то выясняют друг с другом, я побежал за их сундуками. Ну что, погнали, у меня и так плюс один. За своими среди. Раз, два, три, ты смотри, четыре. Видишь, что творит, гад. Я отходит. Еще пять энерджи скидываю, чтобы в плюс пять.
Что, гонишь? Да. А можно? Да. Я же говорил, вот на прошлом году говорили. А сколько угодно можно? Сколько угодно. Да. Подожди, он сундук... За одно очко движения. Раз, зашел, да, два, смотри, давай, потратил. Раз, два, три, четыре. Базово мое. Да. Да. Потратил. Пять. Раз, шесть. Семь, восемь, девять. И еще четыре. 10, 11, в смысле? 11, лишь раз заход, бро. Ладно. То есть только одну карту. 2, 3, 4. Ох, кажется, мне сейчас будет плохо. Стой! Кто идет? А ты там стены ставишь. Ну ты, блин. Ладно, бабахуй стену. Точно сколько угодно карт можно играть? Да. Это что за стена? Просто создай. Это что за стена? Ритуал. Between two squares. 5 крэк, то дестрой. 5 крэк. Просто земляной стене поменьше, блядь. Но земляная была какая-то отдельная стена. Не, надо да, вот это вот точно такое. Такая, видите, вот это вот. А да, вот земляная, да. Походу. Ну да, пусть это будет земляная, неважно. Нет, это Wall of Fire. А, ну да. А-а-а. Как земляная выглядит, посмотри. Короче, я понял. Dirt, Wall of Dirt. Нету такого. Я понял. 5 крэков. Еще один положи. А, да. И вот будем снимать. Так... А с этой сколько надо? Просто одна атака. А это не важно сколько. Да. Не важно сколько дамага, да, просто одна атака. Одна атака, значит, все изи вообще. Она иммунна к урону. Ну просто ее надо стукнуть, да, чтобы она сломалась. Да, все, окей. Ну короче, вот так как-то надо это отмечать. Че отмечать-то? Все, мы 5 крэков. Понятно, что это она. А то есть на нее не будем класть вообще? Да, давайте сейчас крэк не будем рекламировать. Дэнчик, ты походи. Ну, как бы у меня еще есть карта. Ну, давай. Я Power Stone забабахаю, который увеличивает все мои спеллы на один. Короче, любые карты энергии, которые ты играешь, пока несешь этот камень, увеличивают на дополнительную единичку. А тебе надо было его первым, конечно. Да, тебе надо было сначала первым занять этот камень, у тебя был бы дополнительный шаг, но мы его тебе не дадим. Ну, нет, конечно. Так. Две карты не добираешь, потому что у тебя предел, или нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Одну добираешь. Спасибо. На. Ой, сундук украли! Смотри. Один, два, три. Да вы там охренели совсем в своем красном царстве. Я ж тебе через портал приду. У нас коммунизму еще четыре. Раз, два, три, четыре. Да как так, блин? И что я хочу еще сделать? Ничего. Нет, я хочу сделать Large Rock, большой камень. Просто большой камень, большой, да. Камень. Large Rock. Я его... Дай мне камень. Вот он. Вот. Кладу его сюда, таскаю, могу кинуть, нанесу 2 физического повреждения, и при этом этот камень упадет на клетку с целью. Да. И его можно будет потом поднять и кинуть обратно. Да. Да. Да просто большой камень, которым можно кидаться. Да, прикольно. Все, ходил. Вот зачем вот эти кружочки. Какая жесть. Все. Или может быть вот это все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Одну, да, мы? Нет, смотри, там узор повторяет. Да, да, да. Раз, два, три. Да, одну. Забрал одну. Раз, два. Знаете, я что, я пойду. Я пойду. Ой! Да блин! Левой рукой как неудобно. 2, 3. И все, что ли? А чё за это? Чё началось-то? А чё началось? Сундуки воруют! Фил без сундуков остался. Чё началось? Не видишь, что ли? Ну, пока все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну да, меня все устраивает. Ходи. Снимается одна. Угу. У меня одна жизнь за лайфстоун. Блин, он сейчас накачает здоровье себе. Надо его сжигать, этот лайфстоун. А чем? Любым дамагом? Огненным. Раз, там два, у тебя уносят. А, там три. Он стену. Пусть уносят. Давай мои сундуки задрали. Ладно. Кондоны. Расходители зеленых гробниц. Да чё все зелёные-то расточили? Вон синий, смотри. Я сейчас пойду за синим. Я вот эту как энергию играю. Да, на три. Раз, два, три. Ага. Пока усё. Так, бежим. Короче, у меня 5 получается. Плюс 3. 8. 5 плюс 4. 5 плюс 4. 9. Потому что у меня... Давай сюда. Раз, два, три. А куда? Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
7. Положил одно очко у Дэна. Еще два шага есть. 8-9. Забирай, да. Желтый тебе тоже пригодится. Какая разница, желтый брать или синий? Простите. Ну ладно. Нормально? Ну не прощаем. Не прощаем. Типа ему сейчас надо кого-то завалить, и он побеждает. И он побеждает, да. Но мы этого не допустим. Ну 15 жизней пусть несет. Давай. Это все не так просто. 16. С тобой вообще мое. Огнёрка есть. Двоечка. Да. Мне тут без разницы, да? Да. 3. И еще 3. Как энергию сыграл. 1, 2, 3. Что там надо его? Надо нанести ему 3 урона. Ну, кракнуть. Или сжечь. Или фаердамаг. Выкосить. А, ну давай, сжег его фаерболом. Он 5 наносит. Офигеть. Пшикнулись твои розочки. Розочки ты скидывай. Фаербол такой. Да, сжег. Все, у меня есть еще, если что, камень. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Not bad. Но у меня что-то все плохо, конечно, с движением. Но тише едешь, дальше будешь. Поэтому я делаю 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ходи. Снял. В начале хода еще плюс одну жизнь. 17. 1. Баб Фил, что ты делаешь? 2. А ты что с моим сундуком делаешь? Обмен на нейтральной территории. Хорошо. 3. Встречаемся, короче. У Дэна вот тут складываем их все, и он победил. Дэн, куру ставь. Кстати, кура готова. Сейчас будет тебе кура. Ты выключил? Bloodshot. Чё? 3. Блять, что? Пока вы несете этот итем, уменьшайте урон на 1 каждый раз, когда вы получаете урон из одного источника. А каково вам? Он и... минус 1 к урону делает. Он как? И лечится. Как он обозначает? Еще и, блядь, шарт ему дали. Как он обозначается? Да, должен быть вот он. Его фиг убьет. Его, видать, невозможно уронить. А, потому что он висит, амулет. Да, поэтому... Прикольно. Ты не... И поэтому нет вот этого жетончика. Окей. Чё, кто на танка? Раз. Сходи. 1, 2, 3, 4. И я создаю стену из земли. Такую вонючую, из глины такую. Ну, вкакался, что ли? Она, короче, иммунитет у нее к дамагу. Ну, это как вот эта стена. Ага. Такая же. Вот, да. Вот эту клетку он видит. Значит, он может поставить вот здесь, вот здесь и вот я здесь. Говорю. Ладно, хорошо, согласен. Согласен, да. Да. Все, поставил. А, хорошо. Вот так. Ну правильно. Да, молоток. Все окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, мой ход закончился, и Денчик хотел дать мне. Сейчас сказал что-то магическое. Люлей! Магическое. Потом я вспомнил про туман. Too much. Да, и я сказал, что он меня бесит. Too much is the Fila. Я предлагаю просто Фила убрать из пати. Хорошо, я пошла. Баба Фил. Я пошла дракона валить. Баба Фил. Так, афе, 1, 2, 3. Ой, желтый может прийти и надавать. Люлей. И желтый сейчас придет. Желтый-то побежит как раз за твоим сундуком. Желтый может все. Вот, Денчик, я тебе предлагаю. Желтые красавчики вообще. Берем свою пару. В смысле, если, кто быстрее добежит? В смысле, если ты с ним не схлестнешься, то некому будет его законтролировать. Ну, вот у меня такая же. Законтропупить его. Законтропупить вот этого пупсика. Ты ходи давай, главное. Сейчас убью. А то мы тут все застыли. Раз, хлоп. Кулаком можно эту стену сломать вообще, в принципе. О, тут же боя атака. Кулаком ломаю. Он наш из говна и палок. Хрясь, все, не этой стены были. 2, 3. Не понял, какой смысл в этом? В смысле? Он потратил атаку. Я потратил атаку, тебе я не могу заклинание играть. Целая атака. Причем атакующая. Он же проатаковать так может только, ну, находясь с ней вблизи. Только одна атака. Подошел и просто с кулака ее сломал. И прошел. Все, боже, я ничего не могу сделать, извините. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня тут волшебный просто по своей эффективности ход, смотрите. 1, 2, 3. Воу-воу-воу! Вот это да! Карту и ради этого я ждал 2 часа. Нет, у меня 7. Ну, короче, туман постепенно рассеивается.
Здоровечко мое поправляется. Туманы Абалона. Ты выходи ко мне навстречу. Че, что? Реально меня... Затузиться хочешь со мной? Выходи, выходи. Да нефиг делать. Давай. Раз, два, три. Давай, бабка, иди сюда. Усё. Раз, ты ж два, понимаешь, что ты три, сделал, четыре, да? Пять, шесть, семь. Ты вот тут ему прям хранилище его запер. Красавчик! Подожди. Теперь туда никто за ходи. Его сундуком не придет. Ходи. Он сейчас приположит туда победное очко, и хрен ты его оттуда вытащишь теперь. Это ну, очко. Быстрее будет двери взломать, там три надо всего. Ну, понятное дело, только тут все у него заперто, смотри, тут куст. Да? Тут хрен проберешься теперь к нему. Я тебе очко разломаю быстрее, чем ты мне дверьку мою. Ладно, я... Раз. И... Ушатай его! Тут такая карта по-английски называется Капунг, а по-русски Херак. Да. Херакс. Короче, причем хетерракс. Херакс. Да. Так. И она наносит тебе 4 молотком тебе. Урон. И ты еще становишься оглушенным. Да? Momentarily create a heavy mallet to strike the target object, wizard or creature for 4 physical damage. Уворачивайся, братишка. Он реально делает гигантскую кувалду из воздуха и бьет ей тебя на 4. Херакс. 11. Если ты получишь любой дамаг от этого, ты оглушен на один ход. Оглушен. Стан. Что это значит? Я ничего не могу. В следующий ход он только ходит или только атакует. А что-то одно, короче. Да. Ну, я, пожалуй, заберу что-нибудь. Раз, два. Все? Да. Ты же раз делал уже. На. Ходи. На тебе карту. Вот тебе. Оглушение снимается, ты только ходишь или дерешься на выбор. Кузди его! В миниск бей! А что ты, бабка, без капюшона теперь? Капюшон слетело от скорости такой. Так, ладно, бесишь ты меня. На тебе. Кислотная ванна. Пожалуйста. Энергии накинешь. И накидываю 3 энергии. Четыре. На 4 хода. Вот это хорошо. Что она, собственно, делает? По 2 урона каждый ход. Дай ему. Освежись, внучок. Кислоты. Ну вот, да, перед собой положи. А его шляпу возьми. Шляпу дай синюю. Ага. Вот. И 4 жетончика ты на нее. Скупнулся. В начале моего хода ты будешь получать по 2 урона. Понял, щегол. Он тебя скупал. Это все, я был оглушен, поэтому я только атакую. Карты кастануть какие-то можешь, кроме атак, если хочешь. Мне не надо. Добирай. 4, 5, 6. Седьмую. Я иду на 1, 2, 3. И такой, кто здесь? Здорово! Никого не видать. Ходи. Понял. Хорошочко. Ой, сейчас, кажется, мне прилетит, да? Прилетит, конечно. Ты давай это... Я тебе ничего не сделал. Но убивать-то надо тебя? Нет. Надо. Во-первых, туманчик чуть-чуть рассеялся. Туман уже почти 19 все, хитпоинтов у меня. Пацаны, последний ход остался. На 1, 2... Последний ход. И, да, короче, команда. Херакс тебе тоже делаем на 4. Да какой кабум вообще, ты что? Кабонг. Еще один. Хороший. А, у меня гомункул. А! Он меня защитил. Давай тогда просто с кулака. Ты уже кабонг сыграл. Ну, это, блин, забыл. Уже молоток сыграл уже, бабка. Ладно, хорошо. Карте место, да, играем? Ладно. Да. Карте место играем. Гомункула твоего раз... По-взрослому играем. Расфуфырила гомункула, да. Дура, бабка, старая, памяти совсем нет. Да когда это было-то уже? Ходи. А что, все, больше делать не будешь? Не надо. Ну вообще, ну атака ж одна. Одна. Атака ж одна. Жалко. Усё тогда. Я иду сюда, беру свой сундук. Лайфстайм, что у тебя там, хилит тебя, да? Ду. Раз, два. А if you sell... Fire дамагом можешь убирать его. Да. Убрать. Теперь, убрить. Вот в эту область... Убрить его. Я хочу наколдовать песочную бурю. Заполняю. Песок сыпется с него. Пустой квадрат именно заполняю. Куча песчаной бури. И так. Она... В дюну играем, пацаны. Она блокирует линию видимости. Хорош, уже Элли задолбала. И... Все волшебники в этом квадрате вообще ничего не видят, кроме себя и этой пыли.
Ну и ладно, нифига. Ходить сквозь нее могу. Значит, ты можешь войти сюда, как обычно, а вот для того, чтобы выйти, ты должен кинуть куб и, видимо, вот этой штукой определить... Куда я выйду? Куда ты выйдешь. Физическая сила. Прикольно. Прикольно. А если я в стену выхожу? Вот, смотри. Costs one movement point. Стоит одно очко движения. And the wizard or creature remains in the square. Ты остаешься в этом, да. То есть ты потратил шаг. В стену врезался и остался на месте. Блин, стена остался на месте. The target may try to move again. Опять выйти. Можно попробовать. As long as it has moving... Пока у вас не закончатся очки движения, ты можешь попытаться... И что, она всегда там лежит? Она поддерживаемая или постоянная? Поддерживаемая. Да, Dust Cloud. То есть она всю игру реально... Пока он ее будет поддерживать. Она не уничтожается. Пока он будет ее поддерживать. А, ну пока она у него здесь в лимит входит. Да, да. Одно движение. Я поставлю, посмотрю, как ты туда зайдешь. А что ты опускать сундук не будешь здесь? Здесь? Это стоит, да? Ну, победное очко скорится. Он специально его забрал, чтобы я не пришел и не взял. Он сейчас пришел... Специально. Я постою, посмотрю, просто пулю доставал такой. Да. Нормально, че. Курит магическую траву. Мой ход. Два урона тебе. За кислоту. А, кислота, да. Кислота. Отыграй, че. Откуда эта хрень? А, это же меня. Щиплет в очке, да? Ой-ой-ой, очки, я. Щиплет. Раз. Опа. Два, хочу выйти. Давай куб. Вот он. А, клади эту штуку. А как ее кладешь? Ну, а как хочешь. Какая разница? Рандом же. Два, вышел. О, на него надо. Отлично. Да. Теперь... Дэн. Слушай, как он в песке ориентируется, а? В песке. В песке. Теперь в песке. Играю атаку. Drop object. Выбранная цель это теряет одно сокровище на пол. Сокровище? И, либо сокровище, либо итем, по-моему. Да, to drop one treasure or carried item of your choice. Так что выкидывай свое сокровище. Подожди. Брось. Что это? Conceal один target spell. Full shield. Targeting you as it cast. Да, да. Окей, защитил. Отменить один target spell. Засрай. Отменил. Отменил. Ну, тогда... Такой, типа. Отмена на отмену работает. Причем, смотри, тут как раз пыльная буря. Да, кстати, приходит. Прикинь. Он такой, типа, щиточек. Прикольно. Атаку я уже одну сыграл, поэтому больше не могу, правильно? Ну, раз, два, да. Три, четыре, пять, шесть. Забрал седьмую. Ержан, ты чё пришел? Ержан, ты чё? Ержан, нормально все. Брось, брось каку. Иди. Ты чё, Ержан? Брось каку, брось. Она не нужна тебе. Так, я, короче, если бы я вышел туда, я бы взял синий и побежал. Мне было не важно, чьи сундуки воровать. Дайте мне карту. 2, 4, 5, 2, пожалуйста. Так подожди, почему? За что? В конце твоего хода. В конце твоего хода. Ну, просто я карту сыграл, и меня стригерило, что я ходил. Я взял одну, да. Одну? Ну, у меня было 5, 6. Что вы сейчас будете рассказывать? Блин, я должен был карту. Я знаю, что они сейчас будут делать. Вот все наркоманы, проститутки, будут обсуждать. Да, две бабки там собрать. Да почему бабки-то? Разберемся. Я Мерлин. А, ну дед с бабкой. Вот ходит туда. Давай замутим. Широкую, давай. Я беру этот кулак на палке. И кулаком на палке. Хрясь! 4. Почему 4? 3. 3 плюс 1. Один всегда плюс столько. Ой! Убивают! Дай я покажу зрителям. Это давай, что? Кулак на палке? Кулак на палке это лучше. Невероятно. Да там можно было бы увидеть. Кулак на палке есть. Так, и мы пошли. Раз, два, три. Принес. Стою. Стой, стой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я снимаю куст. Не уперся. Хорошо. Две карты беру. Ой-ой-ой, идет к нам сюда. О-о-о. Туман рассеялся. Ура! Так, на один я... А, кстати, у меня же этот амулет меня на один защищает, поэтому... Ах ты звездорас. И теперь лайфстоун еще работает. Так что ты мне 2 проатаковал. Больно было. Да, ты сейчас вылечишься еще. Я сейчас не вылечусь. Иди сейчас... отсюда. Я сейчас тебя искупну немножечко. Позволь,
Чем ты? Вот этим вот. Асид бафом. Да. Раз ты мне все равно не хочешь работать. Вот так причем. Кого? Я с Денчиком. Смотри, его. Мой ход. Давайте, можно я отхожу? Отхожу, можно? Да ты охренел. Баня для тебя. О, тебе ядику. 5. Да пошел ты в жопу. Усё, пока мелок. Купайся. А, и на, ну это вот сюда я вот так. Джакузи, блин. Охреневший какой, а ты посмотри. Есть немного. Что там, водой смывается, да? Да. Давай его этого шлепнем. Ну побежали, только я сундук с собой возьму. Приходите, у всех люлями угощу. Я тоже могу подтянуться. Давай, давайте, закузнемся. Это бабка вот эта. Не, я должен тебя проверить на крепость. Бесит, реально? Да. Ну давай. Сможешь ли ты почти... Я гречу приготовлю. Кулаком тресни просто, не идите. Нет. Че вы? Я просто, я, ты такой, может пойдем, а я говорю, ЗОТ! Вот что эта карта называется. ЗОТ! ЗОТ! Че делает? Ну, получается, два дамага. А, потому что у тебя всегда плюс один. Там еще или стан. Подожди, нет. Или когда стан ты тратишь на два хода. Энергию, ты добавляешь плюс один. А, значит один. А так ты либо ударишь его, зотнешь его на один, либо оглушишь на два хода. Да, оглушаю. Ты можешь его оглушить, чтобы он только ходить мог. В смысле, на Урал на него, что ли? Да, на Урал. Нет, я знаешь, что сделаю? Нафиг. Я побежал, короче. Бежи, раз, внучек. Два. К бабушке. Три. Четыре у тебя. Да, пока постою. Странный какой-то, да? Все. И дайте мне. Они нормальные четыре. Это же мне не нравится. Шесть. Две одну. Карты. А. Две, а карты. Две карты. Спасибо. Все. Че вы все мои зеленые сундуки унесли? Охренели совсем? Так и мои унесли. Да вот, что-то. Давай объединяться, бабка. Ну сначала завалю тебя, потом объединим. Два, ну, три, поднял. Какая сплетница старая. Раз, два. Вот не надо мне. Ой, тут простите, пожалуйста, подайте мне мой... Куда ты улетел? Туда. Три поднял. Три поднял, обнял. Поднял, обнял. Теперь смотри, что делаю. Что делаешь? Колдую на себя Vision Stone. Короче, палантир. Я могу... Офигеть. Один раз атаковать через стену или дверь. Офигеть. То есть он скастовал себе шарик, который позволяет ему кастовать один, ну типа атаковать через стену. А, подожди, извини, два дамага получи, да, пожалуйста, да. За баньку. Получите, распишитесь. Распишитесь. И кидаю в тебя камушек и развенчиваю его. Здесь два видимости нет. Я через... А, все, извини. То есть он, короче, летит в тебя, два дамага тебе прилетает, он падает рядом с тобой, но я его развенчиваю, он не падает. Он его ударил по башке, упал. Сквозь стену, да, и исчез. Класс. Причем через стену, да? На Дэна вылетает через стену, камень бьет по башке и исчезает. Что это было? Так, теперь. Вот теперь можешь и покричать. А теперь все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, взял. Давай, крик Вильгельма, да. Давай. Пацаны. Да. Давай, покажи, на что способен. Сейчас охренеешь вообще. Давай. Шаг первый. Положить сундук. Угу. Вау! Ничего себе! Шаг второй. Магический клей. Что это там за лапка? Занюхнул, что ли? Чудес какая. Что делает? Ах, он поддерживаемый. Да. Ха-ха. Ну это пипец, а нахрен он тогда нужен? Ну типа на три раунда приклеивает. Да, приклеивает к месту. Да, приклеивает сундук к месту. Ну запасаешься энергией, чтобы его не стащили, типа. Но это говно какое-то. Я тут был уверен, что он постоянный, этот клей. Четыре энергии. Соответственно, я один шаг потратил, осталось два, еще четыре, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опачки! Что началось? Вообще надо было приклеивать, на самом деле. На раунд. Есть еще вариант. На раунд приклеил. Хорошо. Через раунд приду. Приходи через раунд. Жду тебя. Нет, на три. На 4 тогда получается. 4. Два урона мне, да, там? Заел? Да, два урона. А-а-а! Ой! И две карты добрал. Три. У-у-у. Что это? Сундуки складываешь? 4. 5. 6. 7. О, как он сам к нам идет. Давай сейчас повеселимся.
А, у меня ж тут еще плюс один. Да. Ходи, делай красиво. Делай красиво. Ладно, погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У ты меня, чё? Потому что я могу... Ты чё? Скинуть карту как энергию, правильно? Да. Можешь. Раз, и два, это будет три, тогда четыре, пять, 8 шесть, шагов у тебя. 7. У тебя даже 8, потому что с да. камушек еще плюс одну. И я еще делаю один. Дверь. Как дверь в моем домашнем секторе, она закрыта для других, но открыта для меня. Охренеть, еще дверь поставил. Закрылся. Положи на нее свою шапку, что это типа твоя. 3, 4, 5, 6, дайте мне одну карту. А, под, давай, я тебе еще долбану 2 этих самых. И да вы охренели, карты. Господа. Два оглушения, на 2 хода оглушалку. Да ты чё? Да. Ну пипец. Ну ладно. Готовы? С желтым что делать будете? Дружить. Угу. Жарь. Приходите, подружимся. Шаг делать будешь? У тебя один оставался. Да. Ну делай. Да. Куда он пошел? Дурачок. Пожалуйста, да. Будьте как дома, чувствуйте себя гостями. А куда ты попёрся с сундуком? Вот вам песчаная пыль. Мне прям реально интересно, куда ты с сундуком почесал. Сейчас вы видите. Ладно. Я хожу? Да. Итак, первое. Destroy wall. Уничтожьте стену. Пыщ-пыщ. Вот эту пробиваю. Нормас. Вот эту пробиваю стену. Прям как там прям дестрой. Вот так? Да, уничтожить целевую стену. На... Стену или дверь, или двери. Пробил. А если еще там рядом с ней кто-то стоял, да, он бы 2 физикал дэмэджа получил от взрыва. Прикольно. Виндрайдер. По прямой. Вот сюда. Отлично. И плюс 2 к моему ходу. 5. Раз, два, три, четыре, пять. Да вы чего? Я знаю, что делать. Гаси его. Раз, два, три, четыре. 5. 6. Я не дам нет, ему... максимум 2 карты. Все. Я не дам ему победить. Ходить. Фух. Я вас всех спасу. Давай. Я снимаю один жетон. Я могу либо ходить, либо атаковать. Атаковать я не буду. Подожди, нет, беги его, убивай. Я не могу и бежать, и атаковать. Плохо. Он оглушен. Я оглушен на 2 хода. Ой. Ой, что, не спасешь нас? Нет. Ты бы сказал бы, я бы его не оглушал. Да нормально все. Да кто ж знал, что я стенку пробил? Booby trap! Да. Я создаю на всем поле 4 ловушки. Я знаю, какая из них настоящая, какие из них, где, короче, иллюзии, где настоящие ловушки. Да, да ловушка ладно. На 4 магических урона. Да ладно. Но любой, кто на нее наступает, подрывается. Она одна? Как бы одна. Очевидно, вторая. Да? Ну, очевидно, где на 4, да? Третья. Ну, хибики. Давай, для симметрии. Мне-то зачем? Я же симметрия. Не хочу подорваться. Ну, кто-то за твоим придет сундучком. Так я сам на ней подорвусь, нафиг. Ай, не рассказывай. Давай, ставим. У него контрспелл, если есть, то он побеждает. Да. Какая-то хрень. Да. Запри его вот здесь, чтоб он только назад. Нормально. Да. Нормальная тема. Негейт, нейтрал. Это как раз нейтрал, негейтнул. Да, близко оставалось. Хорошо, что ты его потратил. Откуда у тебя такие сейчас. Карты? Красавец. Хорошо, что сейчас нормально потратил. Нормально сработано, да? Ха-ха-ха. Мне тоже понравилось. Теперь универсальный сольвент. Угу. Бутылочка. Такая бутылочка, да. Которую я кидаю. В духонку? И она растворяет любой объект, такой как стена. Прикольно. Или торнбуш. Растворяю стену. Пыш-пыш. Это там, дверь. Вот стену можешь эту растворить. Нет, зачем? Мне ж по прямой идти. Ага. Ему домой-то надо. Мне ж домой. Хотя, ну я типа подошел, поднял. Ой, что мне делать? За тем гнаться или за этим? Давай я этого остановлю, ладно. Это на твоей совести, понял? Да, хорошо, бабушка. И я создал стену. Это вот ты потратил здесь. Сразу, то есть, да, вот эту бутылочку? Да, она сразу потратилась. Это такая стена одноразовая? Нет, это большая такая стена, Create Wall, которая... С пятикряками? Да, пятикряковая. Плохо. Пятикряковая. Ты там сиди, дружище. Хожу. Давай. 2 урона тебя. Да, плачу. Смотри. Подошел, поднял, подошел. Милок. Меняемся местами с тобою. А я все равно не смог это негейт сделать. Это не нейтральное. Это не нейтральное. Давай меняемся. Окей. Но ты не можешь двигаться дальше в этот ход. Ну да.
То есть ты можешь еще отойти куда-нибудь подальше на три шага, а потом поменяться с ним местами. Парти вместе. А, ну да, блин, ладно, пусть так. Тут ничего страшного. А ты еще и сейчас сундук заберешь. Я же двигаться не могу. Ну, потом, да, в следующий ход. Подожди, так за кем бежать-то, господи? А? За тобой? Ладно, брейнстоун. Подожди. Во-первых, этот мне накрутить. Спеллстоун беру на одну карту больше, пока этот камень ношу. Ты посмотри, он оставался там. Надо его огненным жахнуть, все рассеять. Не все там, это два камушка вот эти вот разрушатся, этот-то останется. Мне надо еще водичкой себе. Так, семь. А как так получилось? А, я забыл отсюда клей снять. Один снял. Ходи. Я играю мозгокамень. Брейнстоун, который мне говорит, что я теперь имею предел руки 9. Оу! И сразу беру две карты. Значит, 5 крэков, это что, 15 урона? Да. Да вы чё? Долбанулись там совсем в своей школе магии. Так. Если он сейчас 15 урона сделает, я охренею. Да нет. Но это все равно одна атака будет, как бы мне не стрёмно. Да, это невозможно. Ну ты, походу, победил. Ладно, Пауэрстоун еще один играю. Навешал 6, на себя камни. Изи. У меня теперь плюс 2. Энергия нужна. Весь вопрос, есть у меня энергия, чтобы добежать или нет? Я получил еще один Power Stone, который все спеллы у меня и траты энергии. Толку то от него теперь увеличивать. Ладно, я побежал тогда. Раз, два, три. У него там 7 заклинаний, просто поддерживаемых, вы посмотрите. Еще 2 карты в руке. Да. Вообще маньяк. Давайте его тоже огнем прижжем. Что ты побеждаешь уже, что? Потому что я приклеил сундук. Все, я все. Сейчас все может измениться. Ты видел, как телепорт сработал охренительно? Ну что? Ну что? Херня. Херня. Давай на ветрах там на своих летай теперь еще. Бабка чуть вообще. На газовых. Так, ладно, давай на упало. Этот порошок пустоты. Порошок пустоты. Вот это что. Мы сегодня говорили уже про какой-то порошок. Когда я тащу. А, можно его сбросить, чтобы отменить спелл. Либо когда я тащу эту штуку, я могу сбросить этот и. Отменить не instant spell. Прекратить. Не мгновенный. To end a non-instant spell. Да. Да, то есть я могу... Там какой-нибудь туман снимать. Да, стены. Туман снимать, стены и так далее. То есть скинул его и там... Типа нуль порошок называется. Mm-hmm. Все на этом? Или ну, там ходить, наверное, еще? Да, спал. Еще ходить буду, конечно. А, вот так, тебе 2 урона. Да он как этот, видишь, камнем? У него там уже 19 хп, я его дважды молотком уже пришпандорил. 7. Один раз. Второй раз ты защитил. Я щитом там прикрывал. Ну, кстати, у тебя тоже могла. Какая-то ванна, да, на кого-то? Ты? На меня. Его. Я тоже болею. Ты ходи, давай. Сколько у тебя жизни? Подожди, сколько жизни у тебя осталось? 7. О, ему проще его добить. Да он не добежит. Я просто тупо не могу. Приходи, жахаться будем. Да ты там зачем? Убить тебя хочу. Меня зачем? Ты Леху попробуй убей. Мне все равно кого. У меня одно есть уже. Надо просто кого-нибудь вольнуть. Бабка бесит. Просто бесит. Блин, такая бесничая. Бабка, 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 погоди. Бабка рядом со мной стоит, вот она что. А у тебя 11. Вон у меня 7. У бабки 19. У бабки очко есть. Вот спалилась, а старая. Ей нафиг этот сундук не нужен. Не, ну а второй принесет, как бы выиграет. А зачем, если можно меня? Титечка, иди сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Ну чё? Раз, два, три. А чё мы играли ещё? Есть вариант отменить как-то, что-то сделать, как-то нет, помешать? Нет, я не могу стену сделать. Ну вообще тебе два... Нет. А, нет, это уж мой ход. Это в твой ход, и я отменил. Немедленно прекратить один. У меня еще были огненные дротики. Чё ты сидел молчал, блин? Ну я думал, мы что-нибудь можете сделать, телепортить там. Нет. Блин.
У меня... Поздравляю! Вот это пришла бы эта карта на ход раньше. Приходил в гости, все. А, ротейт сектор. Ну, там круто. Повернул бы. Да, да, повернул бы от портала сектора. Все, видишь, тоже. Пришла вот, вот только тут сейчас. Тут реально вариантов тут очень все много. Так закомплено вообще. Да, да, вариантов тут реально очень много. Но ты вот эту фишку с порталом, конечно, прям проглядел. Путь. У меня очень близкий путь. Ну да. Синего сундука. Тут отсюда раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ходов всего лишь. Забрать, унести. Кайф. Слушай, вот, вот это хорошо. Это квейк, это, ну, прям... Это прям арена. Очень это круто. Арена, да. Да. Ой, бабку. Я, как кажется, диспельнул бабку случайно. Вместо кислоты. Фил по-человечески заговорил. Нормально. А чего не локализуют? Я уже образ выгрузил. А чё, я не знаю, чё не локализуют. Это же просто бомба. Да, FFG, небось, уже не перестаёт. У неё ещё доп есть? Старая. Да. Еще с допом. А допы что приносят? Я не играл, я не знаю. Да новые школы заклинаний наверняка. Да. Ну я давай, Денчик, посмотрю дома, что там вообще у меня. То есть жук, понимаешь, купил на барахол. Так у меня еще, прикинь, я смотрю в протекторах русский перевод, цветной, все. Ладно, давайте типа... мнение, короче. Вообще классно. А что мнение, понятно, все, топ игра. Игра огонь. Игра. Я как бы играю в нее уже лет 5 и... кайфую нереально. Ну она фановая. Она фановая, она, такая она, арена, она, короче, именно да. Поржать, а я тебя там фаерболом, а я твой фаербол, короче, за угол швыряю. Да, да, да. Да. Фаердротики, что тут у нас еще? Арт мне очень понравился. Stone такой Spike. Сочный, прям мультяшный. Вариативно сбежный. Да не, классная игра, что и это да, мы тремя школами так играем. Да. Там еще три. Вариативность. Как бы, да. Еще три вот дополнительных и одна темная стандартная. Да. Сочетание. Еще четыре школы. Кайф. Мы посмотрели половину, грубо говоря. Супер. Ну, грубо говоря, половину игры, да, увидели. Это огонь. Остальное за вами. Не, меньше половины, потому что там это на сочетание школ. Да? Ну да, там трубы. еще в сочетаниях вопрос. Фишка в сочетании школ, да. Ну, то есть разные сочетания будут давать разные игровые, так или иначе, игровые какие-то комбинации, да. Ощущения. Ну, то есть, например, мы играли как раз алхимией, и у нас были стихии, поэтому все эти алхимические камушки довольно легко ломать. Mm-hmm. Кстати, поля, да, двухсторонние. Вот я что и хотел посмотреть. Кстати, реально, да, карты разные. А это сложнее, что ли? Блин, они более коридорные такие. Вот это классическое. А нет. Это второго издания поля. То есть они назад... Нет, здесь видишь дверь дальше от центра. И они более коридорные, видишь? Да, сундуки да. Чуть по-другому. Тут более прямые коридоры, более такие. Тут... Здесь вот как раз на ветрах летать. Да-да-да, более ломаные. Кайф, игра кайф. Ну что, не будем затягивать хронометраж, да. Пожалуй. Игра огонь. Пацаны, огонь вообще, ребята, спасибо вам вообще. Спасибо за игру. Да, вам спасибо. Бабка бесячая, гони ее с канала. Бабку, короче, больше, да, не приглашаю. Убивать будет. Все, давайте. Твой игровой. Филипп, два Денис, в кубе, Денис. Леха, Денис, Фил. До новых встреч. Пока. На канале, не только друзья. Пока. Готовы? Опять ты как бомжа родил. Так, поехали. Какие бы только так можно было синхронизировать. Типа, если ты сбился, да, сбился, пипец, короче, запись не начинается. Не знаете, где купить настольные игры? В магазине «Игровед» сотни игр на любой вкус.